Ампутант. Происхождение человек-зомби. Ампутант – противник в игре Painkiller. Встречается на уровнях город, больница. Описание. Внешне представляет собой человека с отрубленными, т.е. ампутированными, кистями и ступнями. Судя по всему, он перенес трепанацию черепа, так как на голове отчетливо видна линия по периметру черепной коробки. На теле также видны следы вскрытия, а в ремейке еще и шрамирование по всему телу. В ампутантов довольно непросто попасть из каламета, так как они небольшие по размерам и к тому же постоянно прыгают. Непонятно как, вероятно, результат демонического влияния, но ампутанты умеют ползать по стенам и даже потолку. Интересные факты. В игровом дистрибьюторе Steam для Painkiller, Hill Ampersand Damnation были добавлены карточки, среди которых имеется и персонаж этой статьи, смотреть галерею. Персонаж этой статьи также изображен на фоне профиля для Steam-аккаунта, также добавлены в Hill Ampersand Damnation, под названием Story of Cody, смотреть галерею.